хочешь подвинуть, что ли? На другую сторону? Я-то хочу, но это делать будешь ты. Я? А как я это могу сделать, если я снимаю? Держать? Короче, из всех инструментов у нас с тобой лом, пила и два молотка с топором. Стоять на нем? Нет, подруга, засовывай, он тут брусок туда. А, брусок. Это я мог... это мы могем. Так, ну мы продолжаем пошаговую инструкцию по изготовлению кушетки. Если у вас есть вот такое полено, пила, топор, два топора. Тут лом еще присутствует. Ну и молоток. Вот эти инструменты. И, пожалуйста, изготавливайте мебель для дачи. Не, ну еще жена должна быть. Как минимум. Дальше? М? Второго, что ли? Толкать? Блин, какое оно здоровенное. Давай с той стороны ломом. Надо протолкнуть до конца его. Пальчик. А может быть этот привезти, как его называют, который мы с тобой печку транспортировали? Как эта фигня называется? Ну я здесь ничего не смогу сделать, она же стоит, упирается здесь на этот. Все. Вот так. Ну, надо будет, конечно, потом выше. Все равно выше надо. Бруски повыше. А так, в принципе,